И попадает всегда самым талантливым. Поэтому, ребята, если нам попадает от судьбы шишки, это значит, мы становимся лучше, мы набираем опыт. И только выходя из зоны дискомфорта, мы можем подняться на ступень выше. Поэтому принимайте все удары, как говорится, судьбы в виде этих низких оценок, как толчок к работе, к звездности. Если вы выбрали этот путь, если вы сюда встали, уж будьте любезны. Удивите зрителей, которые здесь сидят. Спасибо, у меня все. Хотелось бы с педагогами поговорить. Я там отмечаю себе, где мне очень понравилось, как вы, конечно, сделали номера. И я буду узнавать, кто из педагогов готовил это, потому что я считаю, что и педагогов нужно наградить на этом фестивале. И обязательно отметить тех, которые провели очень хорошую, большую работу.